Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и в этом видосе я расскажу вам о том, как я стал... На самом деле не об этом. В других видосах на других каналах я рассказываю, как я стал айтишником из гитариста, а в этом видосе я хочу рассказать, как стать, собственно, айтишником из любой профессии, что вот видите, я вообще-то гитарист, как бы, это моя основная профессия была достаточно много лет моей жизни, и в итоге видите, к чему все привело. Вот теперь в менеджменте, теперь с этим как-то уже не получается вот с этим зарабатывать, а зарабатывать получается с менеджментом, потому что тупо больше платят. И я вас понимаю, вы тоже хотите в айтишку. Ну, мы, конечно, вам можем помочь, то есть трудоустройство, профессии, единый доступ. И мой авторский курс до конца этой недели по трудоустройству в IT доступен по ссылочке в описании. Можете пройти. Почему? Потому что у меня вот как бы типа... День рождения на этой неделе, и, в общем-то, в связи с этим я сделаю авторский курс, который в понедельник, или когда вы уже смотрите это видео, может, уже выложился. По ссылочкам просто проходите в описании, там куча ссылок, все найдете, короче, все разрулите. Ну и давайте поговорим, как же, собственно, стать айтишником из любой абсолютно профессии. Вот такая вот история. На самом деле, стать айтишником — это такая, возможно, сейчас звучащая совершенно неконкретная, возможно, цель у многих. Потому что, ну что такое айтишник? Это как, типа, инженер в 60-е годы в Советском Союзе. Ну, то есть, типа, это что? Это кто делает что? Что ты делаешь какую-нибудь атомную станцию, типа, технологию какого-нибудь, там, энергопроизводства из какого-нибудь урана, обедненного или обогащенного, что там с ним делают. Или ты, типа, проектируешь какие-то древние компьютеры, начинающие, да, вот эти вот огромные вычислительные центры. Или ты просто гаечки новые изобретаешь и резьбу правильно подбираешь. Что такое инженер? Ну, вот как бы разные бывают. То же самое с айтишниками. Супер, супер, супер неконкретное и абсолютно непонятное определение. Это такой собирательный образ, получается, и, как говорит один известный нам с вами человек, сомнительно, но окей. И он прав, потому что в целом, что бы вы ни делали, связанное с IT, вы как бы типа айтишник. Вот я, например, менеджер в IT, то есть я ручками могу что-то поделать, но у меня хорошо получается руководить теми, кто делает, руководить продуктовыми командами, проектными командами и консультировать компании на предмет их управленческих практик по отношению к этим командам, их сотрудникам. И получается также искать точки роста и драйвить бизнес. То есть, ну, айтишник ли я? Ну, как бы, наверное, да. Инженер, ну, вроде как нет. Хотя что-то инженерное чуть-чуть поделать могу. Могу поделать что-то ручками маркетинговое тоже, да? То есть тоже связанное с какими-то хард-скиллами, которые также требуются в IT-проектах. И пришел я к этому, собственно, через музыку, как ни странно. То есть я, ну, очень много занимался музыкой. То есть с детства, с там, 14 лет уже очень плотно я занялся музыкой, ну и понеслась, короче. Там сначала музыкальная школа, потом институт, там преподавание, все такое. И это классная движуха была, очень много гастролей, объездил весь мир. Ну, в общем, прям айтишная движуха вообще не про меня, да, была как бы вроде как. Ну, то есть и какую-то карьеру музыкальную получилось построить. Вы наверняка слышали какие-то треки, которые я записал. И кажется, что так оно и должно было быть, но в какой-то момент я понял, что денег мне недостаточно. То есть я не могу больше подчиняться людям, которые в менеджменте, ну так, мягко говоря, не сильно разбираются, потому что менеджеры в шоу-бизнесе — это менеджеры не как в IT. Они зачастую просто вообще не понимают, как это делается, и мне это тогда уже было, ну как бы типа не очень. То есть я не понимал логику принятия решений, она мне не нравилась, я ее не хотел понимать, я не хотел, чтобы так было. Ну и, в общем-то, не очень был с этим согласен. Поэтому приходилось каким-то образом, ну, там, идти на компромиссы, но мне надоело. То есть я уволился из нескольких коллективов, где-то по финансовым мотивам, где-то еще по каким-то. Ну, глобально, короче, ну, не то пальто, как говорит мой тоже
один хороший знакомый. Короче, максимально не айтишная, тем не менее, история была, но начал я заниматься айтишкой именно с гитары. То есть я сделал свой сайт, ну, захотел себя как-то показать, загружал какую-то музыку на какие-то там площадки, что-то связанное с диджиталом, да, там какие-то стриминги, записал альбомы. А альбом это что? Это к нему какая-то artwork, так называемая, да, то есть буклетики, там вот эти все обложки, принты. Это организация концертов, это их продвижение этих концертов, это съемка каких-то видосов, это продвижение этих видосов, это также YouTube в любом случае. Ну, тогда я уже понимал, там, 8-9 год, что как бы артисты, видосы, это вот как бы будущее. Ну, потому что клипы, они все-таки тогда еще как-то работали, сейчас они вообще особо не работают. Ну, работают, если то, где? На YouTube, соответственно, MTV уже нет. Ну, как бы типа нет, оно особо никому не нужно. Поэтому потихонечку, по шагам я там создал свой сайтик, потом его обновил, там разобрался, как покупать домены. У меня появились, собственно, партнеры Паша и Андрей, с которыми мы рулим лид стартапом, и, в общем-то, они пришли ко мне заниматься гитарой, и мы как-то подружились, начали делиться инфой, там, кто маркетинг, кто разработка. Андрей один из лучших вообще в мире разработчиков, Паша очень крутой корпоративный эксперт, то есть знает все про то, как устроена корпорация, практически всю карьеру там построил свою, которая на данный момент есть. Короче, мы что-то друг другу передавали, вот как-то оно так и получилось, что по зернышку туда-сюда, туда-сюда, вкидывали друг другу какой-то майндсет, где-то выравнивались, где-то что-то новое узнавали, советовали какие-то ресурсы, чтобы прокачиваться, ну и потихонечку вот как-то оно все пришло туда, куда есть, то есть мы, Lead Startup, сейчас консультируем крупные компании, корпорации, обучаем профессиям, и, ну, короче, сами все знаете, на сайте там можете посмотреть в описании. Но пришел-то я к этому все-таки не через IT. Я не был разработчиком изначально, не инженером, не заканчивал какой-то там мехмат или физмат. Я не был каким-то корпоративным сотрудником, там никаких социологий тоже не заканчивал. Просто культурологическое, можно сказать, образование. Ну, естественно, по профилю, да, то есть у меня там артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель, что-то в дипломе написано. Но, тем не менее, да, как бы вот так я к этому пришел. Собственно, point в чем? Что вы тоже можете это сделать. Как, собственно, это сделать? То есть, в первую очередь, какая бы у вас сейчас ни была профессия, надо понять, что из нее можно полезным образом привнести в IT. И с каким из направлений IT ваша профессия сейчас наибольшим образом совпадает. То есть, например, если вы что-то с математикой, там хоть как-то, с физикой, то это в разработку, в дата-аналитику, в управление данными, их сбор, обработка и так далее. То есть вот туда. Если это социология, какие-то похожие штуки, экономика, маркетинг, финансы, пожалуйста, вообще easy. Соответственно, если это финансы, то тоже туда. Если это психология, то вполне себе менеджмент, коучинг отлично совершенно заходит, то есть в эти направления. Если вы из творческой сферы, контент, креатив, видосы, контент-стратегии, маркетинг, пожалуйста. Если вы из сферы медицины, опять же, можно в коучинг, опять же, ну, там, скрам-мастер, agile коуч. Можно, в принципе, на самом деле, куда угодно. Медицина довольно такая разнообразная как бы специальность, то есть там много всякого можно. Хотя я бы пошел в собственную практику, вообще бы не шел в айтишку, честно говоря. Там много можно чего интересного придумать, особенно если у вас есть прям диплом-диплом классный. И, как видите, очень много всяких разных штук. Если вы инженер, ну, тоже, как бы, почему бы нет, разработчик, данные и вперед. Системный аналитик, бизнес-аналитик. Ну, то есть везде как-то, да, конечно, если у вас там физкультурный университет, ну, там, как бы, у вас, скорее всего, и карьера другая. Но вопрос-то в чем, что научиться-то можно всегда. Просто если вы вот начали уже где-то учиться, закончили что-то, где-то поработали, то можно оттуда цепануть что-то полезное для IT. Второй момент – это, собственно, понять, к чему вы ближе. Для этого проще всего поболтать с разными ребятами. То есть, типа, прям идете в соцсетях, там ищете дата-аналитиков там, или каких-то других ребят, о ком вы думаете, что возможно пойти туда. Ну и, соответственно, с ними проводите короткие интервью, звоночки, там, типа, спрашиваете, что, как, какие обязанности. Тогда видосы не очень помогут, лучше просто разговаривать. То есть самое главное – это просто разговаривать с людьми для того, чтобы, ну, лучше понимать, что, собственно, происходит. И у вас потихонечку сформируется свое мнение, то есть куда лучше, как лучше, что вам подходит, что не подходит, где какие минусы, плюсы, там, узкие места, подводные камни. И, возможно, вы гораздо быстрее и лучше определитесь с тем,
куда вам действительно стоит пойти. Ну и третье — это выбрать место, где вы прокачаетесь. То есть у нас, неважно, сейчас везде в целом уровень достаточно хороший, берите и просто идите прокачиваться в ту компанию, которая вам ближе, на ту профессию, которая вам, соответственно, ближе. Вы прокачаетесь, пройдете какую-то практику, но самое вот здесь важное, что как бы за эту профессию, если, как у нас, не подразумевается, что вы начнете уже работать на каких-то реальных кейсах с самого начала, или нету трека трудоустройства отдельного, то вам придется над этим отдельно поработать. Как над этим работать отдельно? Это отдельная тема следующего пункта. И тут вот самое сложное. Нетворкинг профессиональный, как мы изначально проводили интервьюшки для знакомства с профессией, с разными незнакомыми людьми, но по знакомым. Также мы идем в соцсети и начинаем общаться с людьми незнакомыми абсолютно. Просто люди соглашаются, когда вы приходите и говорите: слушай, можно с тобой поболтать чуть про профессию? Я вот как бы не понимаю там чё как. Просто 10 минут, я пойму, чё за движ, и как бы спасибо тебе огромное. Но можно человеку там купить кофе за это, ну или там пиво, если он хочет, допустим. И тогда вы начинаете выстраивать свою профессиональную сеть. Подаете, естественно, там резюмешки, ищете по знакомым какие-то вакансии, но не надейтесь на то, что у вас это получится во время обучения, если не подразумевается отдельного направления в обучении именно по трудоустройству. То есть, если такого там прям вот совсем не заложено, стажировки — это не то. Стажировки — это просто опыт. Ваша ближайшая движуха к трудоустройству — это непосредственно общение с теми, кто вас потенциально может нанять. Поэтому самое главное — с ними общаться. Вот такие вот 4 пункта получаются. Если вы их соблюдаете, то у вас действительно эта история зайдет. Вот мы сейчас сделали как раз, если на этой неделе приобретаете доступ к платформе, мы сделали классный курс, который помогает вам построить карьеру с нуля до первого трудоустройства в айтишке со всем треком. Обязательно все посмотрите, это на самом деле очень полезная там демонстрация, там, короче, много всего, всяких элементов. Ну, в общем, посмотрите, полезная действительно штука, и вы для себя там много всякого интересного подчерпнете. Но лучше, конечно, пройти курс, да, наш, ну или какой-то другой, на самом деле, сейчас много всякого. Не парьтесь насчет там резюмешек, вот этой всей фигни. Самое главное — общаться с людьми. Если вы с людьми не общаетесь, вы находитесь в заложниках тех людей, кого вы видите, знаете и с кем общаетесь. То есть вот очень простая логика. Ну а если вы с людьми общаетесь, то у вас расширяется майндсет очень сильно в разные стороны. Вы понимаете, что ага, можно так, можно так, можно так. Вот такие истории бывают, такие, такие, разные, всякие. И вот это прям, ну, очень-очень важно. То есть, если вы будете сидеть в каком-то зажатом коконе, там, даже если вы закончили какое-то, ну, относительно престижное учебное заведение, все равно те преподы, которые были с вами, те ваши коллеги по группе, это все равно ограниченная история. Вот любой человек за пределами даст вам, возможно, совершенно другой взгляд на ту историю, в которую вы хотите пойти. Потому что, собственно, в IT оно бывает по-разному. И если бы оно все было идеально, так что вот так, отучиться вот так, диплом такой-то, все, мы тебя берем, потом вот стажировка, потом испытательный срок, а потом... Не, ну так не бывает. То есть все по-разному, все по-разному попадают. Если все было идеально, то как бы было бы все понятно и очень-очень предсказуемо. А оно ни хрена не предсказуемо. Поэтому, друзья, проходите по ссылочкам в описании. Надеюсь, видос вам был полезен. Самое главное, не отчаивайтесь. С любой профессией вы можете качнуться в IT. Абсолютно с любой. Ну вот просто следуйте вот этим пунктам, которые я сказал. Разбирайтесь в себе, работайте с консультантами, с психологами. К нам приходите там как угодно вообще. И у вас все получится. Никому не верьте, кто говорит, что это не про вас, что у вас не получится. Это полная херня.